Здорово, это домашний канал Лерки, игра под названием «Утро никогда не наступит». Не знаю, к чему это такое название, ну вот потому что из описания в Стиме я понял, что здесь тупо надо будет отстреливаться от кучи врагов, которые будут нападать со всех сторон, ну вот, и мы будем бегать по одной там арене такой маленькой, вот, давайте посмотрим, короче, игра на английском, посмотрим, старт. А мы даже... А, нет, бегаем, смотри. Мы можем бегать, погоди. Вот так. Да, мы можем бегать. О, смотри. Чаки, чаки, чаки побежали, чаки побежали. Всякие ч... Откуда здесь много чак развелось-то всяких разных? А на кровь можно вставать, да? Можно. Так, буква R. Какая-то R. Митозис какой-то я взял. Какой-то митозис. А, оружие, короче, смотри. Поменялось оружие у нас немного. Привидения появились. Ай! Меня замочканули. Окей, давай-ка пробовать еще. Играем мы за какого-то, короче, не понимаю, вот, деревянный человечек, что ли, коробка какая-то. Или стрелка у него на башке. Или эта стрелка показывает, куда я стреляю. Окей, ладно. Какая-то птица. Варпигион. Военный пигион какой-то. Так, окей. А что этот пигион делает? Я... У меня другие кнопки-то не работают. Непонятно, что этот пигион из себя представляет, короче, и что он делает. Я так понял, у нас всего одно хп, типа одна жизнь. Если до нас дотронулся, значит мы сдохли. Да умирай ты. Умирай. Чаки атакуют. Так, смотри, буква R опять. Какое-то привидение. Spirit of the Dead. Окей, я не знаю, что это. О! Поменялось оружие. Теперь мы стреляем какие-то желтыми стрелочками. Ладно, допустим. А! Оно самонаводящее, оно самонаводящее. Окей. Погнали еще раз. Это хрень самонаводящая. Я так понимаю, здесь нету уровней. Здесь чисто, короче, на очки. Зарабатывать очки чисто надо. Меняется оружие, меняются враги. И мы зарабатываем очки. Окей, Bullet Wheel. Bullet Wheel. Чё-то не понимаю, что это такое. Bullet Wheel. Опять как очки. Зарабатывать очки. Стреляют какой-то дичью. Умри, проклятый. Изгоню демонов, изгоню привидений всех. Да, блин. Ну, это, да, это очень сложно, это очень сложно. Сложновато. Здесь... Во-первых, управление какое-то немножко, ну не знаю, лично мне оно какое-то не очень, какое-то вот слишком плавно, нету резкости. Frozen Terminator, а, термометр, терминатор, окей, ладно, допустим. Зато я взял какую-то ачивку. Погнали. Да блин, я не заметил вот этих красных шаров, которые летели в меня. Ладно, допустим. Так, сколько мы там очков-то набрали? Самое большее. Дойдем ли мы до каких-нибудь новых врагов? Так, окей, это быстро, уже прошли таргет. А, ускорилось, смотри, у нас оружие ускорилось. Ну чисто, короче, это убивалка времени. Тупо, короче, убивалка времени. Когда делать нехер, сидишь и мочишь всяких призраков и всяких кукол-убийц. Ай-яй-яй-яй-яй. Было близко, ай-яй-яй-яй. Было близко, отлично.
100 тойс, 100 игрушек. А, это, короче, это игрушки нападают, окей. Это вот такие вот игрушки. Так, смотри, опять какую-то птицу взяли. Что такое птица? Может какой-то у меня суперудар есть, я не знаю. О, смотри, медведь какой-то. Воу-воу-воу-воу-воу. Педобир пришел. Меня чуть не загасил педобир. Воу-воу-воу, а! Ну почти. Так, 6000. Окей, снова заново, что ли? Ладно, допустим. Нас завалил педобир. Розовый педобир. Так, ладно, с этими чаками мы уже, в принципе, быстро расправляемся. Можно как-то... О, смотри, молоток. Маллет какой-то. Какой-то молоток, но что, как его использовать, непонятно. Не знаю, как это использовать. Как это работает. На какую клавишу. Я что-то потыркал, короче, и Ctrl, и Shift, и Space, и вообще... Что-то ничего не работает. Ладно. Давай попробуем дойти опять до медвежек. Медвежат. Отлично. 32. Что такое 32? Регулятор, аддон какой-то. О! Отлично. Разброс хоть появился какой-то. Так. Мочим педобиров. Они очень опасны. Воу-воу-воу-воу-воу. Сколько у вас много? Да блин. Может быть на... Так, мы меньше заработали. 5700. Может на этом. На джойстике будет удобней играть. Но на клаве как-то не очень. Как-то не то. Как-то совсем не туда. Окей, с этим мы справляемся быстро. Так, рицин какой-то взяли. Ну где вы? Я готов на... А, смотри, мы травим. Травим. Отлично. У нас периодически выскакивает, короче, отрава. Но как-то не очень оружие, да, я скажу. Какой-то какул, а не оружие. Так, окей, сапоги. Как-то у нас пушка ведет себя странно, посмотри. Окей, ладно. Хорошо. Так, медведи. Погодите, не надо. Я не понимаю, где мои... Где мои эти шары? А где не мои шары? А! Непонятно, столько шаров много кругом. Окей, заработали 600. Отлично. До десяточки дотянем или нет? Давайте попробуем. Такую вот кругленькую сумму, да? Очков. Отлично. Но это проще простого. Опять Bullet Wheel. Снова Bullet Wheel. Вон тоже как-то проскакивает какой-то буллет там у нас из оружия. Непонятно только, какой урон он наносит. Блин, а... Да блин! Как-то вторая волна какая-то сложноватая на этот раз. Так. А ты смотри, мы можем вот так еще наискосок стрелять. Я не знал. Давай. Так, hand mirror. Какой-то... А, во! Вот эта тема. Вот эта тема. Вот это же лучше. Так, медвежь... Да блин, твою мать!
4900, ну что? Ну что ты будешь делать? Да, лучше зажимать, короче, на стрелку, чтобы стрелять. Нажал и держишь, он начинает вот так стрелять, потому что я думал, надо, ну, побыстрее будет, если на саму стрелку нажимать постоянно. То думал, побыстрее будет стрелять, но нифига. Вон, как инвалид, короче, себя начинает вести, если нажимать. Так, опять птицу взяли. Что за птица? Непонятно. Это голубок. Так, привидений, привидений гасим, и они стреляют. Погоди, а как... Воу-воу-воу-воу! Фу! Отлично! Так, ачивка 250 игрушек мы замочили. Вот, видал, у нас шар как-то себя странно повел сейчас. О, чего? Heavy weight, что-то. Непонятно. О, нифига себе шары. Вот это шары. Вот это шары. С такими шарами мы по-любому должны выиграть. А, блин! Хрен, даже большие шары нам не помогли. Окей. Не знаю, сложно десятку заработать, сложно. Суммировались еще бы очки, тогда было бы еще... Куда бы ни шло, а вот... Они не суммируются. А набрать сложно. Опять голубь. Опять курица. Ну, погнали. Вот, видал, опять как-то шар сделал какое-то непонятное действие. Ай. Почти. Почти меня убили. Ну, короче, чисто убивалочка такая. Убивалочка времени, короче. Чисто. В принципе, она такая ненапряжная, она как бы... пукан не подрывает. Стреляешь и стреляешь, да? Уровней таких нет, ты, в принципе, ничего не теряешь. Кроме очков, ты ничего не теряешь, в принципе. Вот. Так, снова медведи. Снова медведи. Доберемся мы до кого-нибудь еще, до нового врага какого-нибудь. Не, ну конечно, если очень далеко, долго держаться, и тебя убивают, тогда да. Тогда может и пуканчик подорвется. Но это в принципе не та игра, чтобы подрывать. Ах ты, падла. Чтобы подрываться. 8200, почти. Смотри, почти. Мы должны десяточку сделать, должны. Сложно, но можно, как говорится. Сложно, но можно. О, отлично, у нас снова большие шары. Наши шары снова опухли. Погнали, погнали. Сейчас мы всех тут загасим. С такими шарами мы должны... Обязаны... Да блин! Обязаны, короче, это сделать. Но не сделаем. Скорострельность бы у этих больших шаров была бы хорошая. Тогда бы, может быть... А то они реже, чем маленькие шары выстреливают. Так, рубер-буз какой-то. А, понятно. А, сейчас я опять буду путаться, короче, где мои шары, где не мои шары. Где мои шары, где чужие шары. Опа, опа. Теперь я путаюсь, я говорю, где... Так, мои шары желтые, а шары привидений красные. Окей.
плохо. Ах, блин. Еще резкости вот не хватает. Вот чтобы вот бегать нормально, резкости не хватает. Чтобы уклоняться. А то врагов целая куча, а главный герой коробка у нас опять птица. Ну что ты? А, главный герой вот этот, наша коробка или кто это, робот? Он как бы медленно уклоняется. Как бы на начальном этапе еще нормально, а когда вот начинает прессовать, когда их начинает много. Ух ты, вот это я сейчас красиво сделал. Красиво, хорош. Отлично. Цветочек? Какой-то цветочек. Непонятно, что за цветочек. Так, медведи наступают. О, вот это неплохо. Во. Хорош. Хорош. Да блин! Игра рванула. Видал, да? Окей, давай еще. Давай еще. Ну такая, залипательная игра. В принципе, для бесплатной, знаете, позалипать. Бесплатно позалипать. Неплохо. Так. А что значит вот этот молоток? Больше урона наносит? Так. Причем только здесь название «Утро никогда не наступит» непонятно. Типа вот этот бой, он будет бесконечный. Он происходит ночью, и он типа бесконечный, вот этот бой. Так, куда побежала тварь? Отлично. Окей. О! Вот это неплохо. Такое я люблю. Так, медведи сразу гасим. Медведи гасим сразу. Воу-в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 оу. Жмут. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот это было сейчас жестко! Воу! Воу-воу-воу! Держимся! Хорош! Молодец! Молодца! Медведь опять бежит! Медведя мочим! Сразу сходу! Отлично! Медведи! А! Отлично! Отлично! Бумеранг. Да ладно. Так, у нас сейчас, по идее, должны быть какие-то новые враги появиться. Так, там вроде как был новый враг, но я так и не понял. А, зонтик какой-то, юла! Блин. Опять меня сбивают мои шары. Непонятно, где мои шары, где шары врага. Ах, ты все-таки выстрелил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что происходит на экране? Непонятно! Непонятно. 15 тысяч очков. Отлично. Отлично. Мы перебили планку, которую мы хотели сделать. Вот. И на этом заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на прохождение бесплатных игр будет в описании. И с вами был Валерий. Всем пока.